Здравствуйте! Представляю вашему вниманию линию мастер. В эту линию входят различные отдельные элементы. Давайте их посмотрим. Это входной ТДМ, дозирующая установка МДП-2СТЛ на 6 голов, соответственно, у нас 6 дозирующих сопел, система пневмоотсекателей, две вибробазы, вибробазы колпачков, вибробазы крышек, PLC-панель или панель оператора, с которой все это управляется, укупор модели МЗ-400Е2М, линии тикировки и дозировки модели АЕ-5, ленточный обкатчик и выходной ТДМ. Давайте посмотрим, что все это работает.